Привет всем, меня зовут Татьяна Андреева. В этом коротком видео мы с вами посмотрим, как можно сделать удобный органайзер для хранения фломастеров и карандашей на свой рабочий стол. Делать его будем из ненужной коробки, а оформлять его станем цветной бумагой. Таким образом, мы получим удобный органайзер из самых доступных материалов. Этот оригинальный органайзер легко решит вопрос с хранением кучи фломастеров и карандашей. Приступим! Из плотного картона подготовим две такие детали. Ссылку на шаблон детали органайзера с размерами я оставила в описании под видео. Желтой бумагой обклеиваем заготовки с обеих сторон. Собираем основную конструкцию органайзера. Фиксируем сильным клеем, например, горячим или универсальным. Это есть. Идем далее. Из толстого картона вырезаем круг для подставки. Обклеили с обеих сторон розовой бумагой. Из тонкого картона нужно сделать бортик для подставки. Я склеиваю две короткие полосочки, чтобы получить полоску нужной длины в 32 см. И тоже обклеиваем ее с обеих сторон розовой бумагой. А что дальше? А дальше приклеиваем на сильный клей бортик к картонному кругу. Получается что-то типа тарелочки. Это подставка. Помещаем в эту подставку основную заготовку органайзера, фиксируя ее клеем на дне изнутри. Давайте поиграем. На экране 9 коробочек с сюрпризами. В 2 из них я поместила подарочки. Цифры спрятаны где-то в видео в виде пасхалок. Найди их и напиши цифру в комментариях. Первым двум угадавшим я отправлю подарочки. А еще 5 участников попадут в мое следующее видео. Розыгрыш проводится среди подписчиков. Имена победителей я укажу в описании под видео, в день публикации следующего выпуска на моем канале. А мы помчали дальше. В прошлом выпуске были спрятаны цифры 2 и 9. Имена двух победителей указаны под этим видео в описании. Поздравляю! А это еще 5 случайных участников, которые тоже угадали цифры. Играй еще раз и выигрывай. И помни, твой комментарий с цифрой может попасть ко мне в видео. Можешь написать что-то интересное, передать привет друзьям или рассказать о себе моим зрителям. А мы идем дальше. В процессе работы над этим органайзером я решила добавить дополнительный бортик из полоски картона для надежности. Посмотрим, что получится. Делаем крышку в виде грифеля карандаша. Картонный круг заклеили желтой бумагой и в центр приклеиваем розовый круг поменьше. Отрезаем третью часть картонного круга и склеиваем полученную заготовку в конус. Видите, изнутри я зафиксировала место стыка конуса на полоску картона и горящего клея. Ну и в завершении приклеиваем эту крышку сверху органайзера на сильный клей. Бортик из полосочки картона я решила все-таки оторвать, мне кажется, он не нужен. Подставочку я разлинеяла фломастером. Приклеиваем кавайную мордашку нашему органайзеру. Ее я сделала из черной бумаги. И добавляем фломастером румяна. Ну и еще некоторые художественные элементы. И готово! Можно ставить органайзер на рабочий стол и пользоваться. На экране сейчас крутится рулетка. Поочередно выпадают цвета. Напиши в комментариях правильно последовательность цветов и прими участие в конкурсе. Не забудь поставить лайк этому видео. Розыгрыш проводится среди подписчиков. А секретный сувенир точно тебя порадует. Результат будет указан под этим видео в день выхода следующего ролика на моем канале. Передаю привет Карине, Марьям, Милене, Оксане, Саше, Тане и Яне. Хочешь привет от меня? Пиши свое имя в комментариях. Добавляй канал в подписки и будь в курсе новых выпусков. Ну а мы с вами увидимся уже в следующих видео. Добра вам и творческих успехов. Обнимаю и жду вас в следующем выпуске. Пока!